Shlama lochun, kavlochun ivach pshena, johur zet udzu, ubedraivach shlama, alchulibne umtan, kad udzu katan berzaya, ubeshmayana, joprisha atravatan dunya, biurkat internet, achnan udzu pamzimach trelishana, kad chulib parmekatan, adagbedayatun udzu ile, yumet lishana aturaya, uyalopet madrashta atureta, את המדיטת קרסנדר, את עומרת מרגי ורגיס כתאילה שדה המדיטה, פודר נחול חורזה על חיקרה ומתרתת לישנה עד הוריה, הוא עדיה החורזה, אך נדבר מרחזך על עיקר את תשולוכו. Здравствуйте! Мы приветствуем вас на нашем празднике и рады встрече со всеми гостями. Также приветствуем пользователей международного сайта Hagyana-Atouraya, которые смотрят нашу программу в интернете. Как вы знаете, сегодня мы отмечаем День ассирийского языка, и ученики ассирийской школы города Краснодара подготовили программу в честь языка, который является нам родным. Камуди Ишана Атурая или Ненкая. Дахи Натрахлы, Тришаи Джотрадия. Лишана сырлы бихаяюта, ташита умардутат хдаута. Унлана трахлы лишана бетпаеш тлика. Ахраба лишана хина джотивил кадхал адия фишала тлика. Лишана атурая или хана лишана атика. Утлы хагяра ананкая джо антартат мардутан усыпраюта. Почему ассирийский язык является важным для нас? Как сохранить его, особенно в нашей стране? Язык связан с существованием, историей и культурой нации. Если его не сохранить, он исчезнет, как многие другие языки, которые в мире считаются мертвыми. Ассирийский язык – один из древних языков, и он играет важную роль для сохранения нашей культуры и литературы. Что можно сделать, чтобы спасти язык от исчезновения? Самое главное, что мы можем сделать, чтобы предотвратить исчезновение языка, это создать благоприятные условия для того, чтобы его носители говорили на нем и обучали своих детей этому языку. В нашем храме созданы условия для проведения занятий. Мы имеем учебники родного языка, но зачастую дети, а самое главное их родители, не проявляют желания изучать родной язык. Поскольку основным фактором является отношение членов общины к своему собственному языку, важно прививать ребенку с рождения патриотизм и любовь к своему родному языку. Муди ахнан масах одах кахаметет лишанат диян, лишанат йема. Ананкая мензианат кат ина джу ид диян, кат лишанат диян паиш хумья, ла талет, мах лишан хилен. Лазам джубета йема у баба хамзами амьяну бната лишанат йема. اخنان اتلان مدرشتا جو چولم دینات رابا دوچان ادیب تاخن اتلون مدرشیاتا گما لبتت لیشانا آتورایا و واجبوت دیت ایلا مانی بدایا لمالت مانی لیل بدایا یلپی و آواه آواه تخمنی بوده من دی و مینون یالی و بناته گما لبتت لیشانا که انطرتت لیشانا ادیا کارا خشمامورم Как пишет на чтиве Бьет Чатава Умахора Атурая Раби Нинос Нирари Автиле Джо Чикаго Адия Хачмамум Рабуткарах Лукатуху. Высказывание ассирийского писателя и поэта Ниноса Нирари о языке. Тхур л'анит вилун сэхды бут и тута. Кры учтув блишанат ани умзымнун. Помни тех, кто пожертвовал собой ради нашего существования. Читай и пиши на языке, которым они говорили. Хават басима лишани атурая, ткурбен лухгати, ал рухат умти, у ал лыбет мухабти. Спасибо тебе, ассирийский язык, что приблизил меня к душе моей нации и сердцу любимой. Хамина лишану в удю, у хават у аф бет хамину в кудмы. Храни свой язык сегодня, он сохранит тебя завтра. Иншеклит джев идух, шраят лишана, дат идудиюх леха вихашкяна. Если возьмешь в свои руки светящую лампу языка, твое будущее не будет темным. Мшиха мимарин, мут ютрана ид манханаша, д канила чуледунья ухасара гяра.
أخذن بمعرفة مودي إلى يترانا منخا أتورايا يعني بلونشو لليشان الدنيا وخاصر يعني منش ليشان الجنة. Господь говорит, какая польза есть от человека, который получит весь мир и отречется от себя. Мы говорим, какая польза есть от ассирийца, который изучает все языки мира и отрекается или забывает свой родной язык. Он мумахлух рехат верден, ды тама ит акмтниса. Он пеклух ха атурая, ды тама ит лишана хая. Если ночью увидишь свет, знай, там есть луна. И если днем проснешься от тепла, знай, там есть солнце. Если почувствуешь запах цветов, знай, там весна. И если встретишь одного ассирийца, знай, там есть живой язык. Адия хачма матле у хачма мумры гадгина пиша мн алма, гадгина мн пума алпума мрдзе ал диян адия, матхарахлю гадхохун. Давайте вспомним пословицы, поговорки, какие-то высказывания, которые в народе всегда наши бабушки до сих пор говорят, произносят. Каких-то разных случаях подходящих. Например, чультера брейпетгян. Каждая птица в своей стае. Нуна Менришо Бахрагада. Чепналеят намуса. Голод не знает совести. Кто помнит, кто помнит? Давайте, тетянечка. Если встречаются два ассирийца, оказывается, что они родственники. Вот. Настоящая ассирийка это сказала. 100%. Так. Хмара чмеца глили. Хмары. Дальше. Хуба ле эткен. Любовь не стареет. Мен кавет на бакурум ба бахмани ле мера халу ве суйселе. Да? Дальше. Илана драхмута миха чи джербес. Дерево любви очень медленно растет. Дерба алмару мраяла. Дерба алмару мраяла. Рана болит на своем теле, да? Энле авет диве чельбе бат ахлылух. Если не будешь волком, собаки тебя съедят. Энле вет верде леви читве. Если ты не роза, то не будь колючкой. Карту плытла мамбета акубры хлула вадена. Кот из дома, мыши в пляс, да? Энвидывать спаюта ташила. Спаюта утро при джермия. Так. Энбедьяна вид бедпеша дина. Если ты судишь, будешь судим. Давы манрыбка флыта мабьюнеля. Война с далека. Кажется сладкой, да? Так, тетянечка, ну еще что-нибудь, вспомните, бабушки, Нана Сирюш, а ну вспомни какие-нибудь пословицы, поговорки, давай. Холод пил черта. Черта пурпезля. Холод пил черта пурпезля. Дахи? Хмара, ласкут, тацябини сали. Хмара, ласкут, йончап. Йончап, так, да, Насируш, еще. Еще кто что, рад. Тхур. Лишана диэта. Лишана хуя. Хуя, мы позвучим, мы позвучим. Лишана халя хува мамбаза палубы. Ай хая ла на сирюш.
Гиря брыха трея мать масмит. Гиря брыха трея мать масмит. Правильно, да? Хина. Кто еще? Давай. Кровь не превратится в воду. Это говорят в каких случаях? Когда родственники, да? Родственники. Чувствуют вот эта связь между родными. Кровь не превратится в воду. А на камеру плохо слышно. Пусть сам джилит, вен арджилит сын. Ага. Хина будет. Юма и ген каналей Давай. Юма и ген каналей ген. Так, девочки. Лишана эль-Хаяута, дкюлех да барнаша. Лишана эль-Барнаша. У атра ова шота пута. Лишана эль-Тунта. Дхона урьешта. Лишана эль. Лишана эль. Лишана эль-Дабр. Лекюльха наша мантияна, лишана эльхехента, куруха баминута, лишана эльтке гешмен, решьяте утахманьяте, люб лишана, тхая унту атуретен.